Так, привет, народ, это Эльвинос, это очередная серия Continuum. Так, я начинал уже снимать, но тут произошло кое-что такое, что мне не понравилось. В общем, текстуры хрен знает, что показывали, я не мог вообще увидеть этой конструкции. И за кадром я, ну, в общем, той серии объяснил, что сделал еще Drill Block Placing аргумент, который, по идее, должен ставить блоки, но он чего-то вот, не ставит. Не знаю, чего я не так делаю. Что-то тут у меня вообще все не работает. Та система с парогенератором тоже не работает. То, в общем, что-то тут или намудрено в этой сборке, или я. В общем, понятно. Так, дальше мы должны собрать. Я доделал эти вот хопперы, да блин, да что ж ты пока. Хопперы, которые делаются, черт знает как, благодаря вот этой вот дрели. Вот. И теперь я пытаюсь собрать, ну, не по памяти уже, по книге. Я сделал также вот этот рецепт, показывающую машинку. Она работает очень просто. Берем книгу, открываем Heavy Machines, Crusher. Тут показывается. И тут вот у меня была фиолетовая фигня. Всякое я не мог видеть, как она создается, вот эта вот машина. Так, я перезагрузил Minecraft. Так, хорошо, понятно. Все, я запомнил. Так, и вот. Да. И когда мы выбираем то, что мы хотим смотреть, мы кладем вот так вот. Вот, и у нас эта штука помогает нам строить. Вот она показывает, как выглядит наш. Вот, мы ставим она. Но она почему-то мне не хочет разворачивать именно вот таким вот способом. Вот, она даже написана там shift. Вот, можно как-то ее там поворачивать, но она только влево-вправо. И никак она мне не хочет ее ставить вот так, как я хочу. Ага. Никак. Вот на ней написано клик, медли клик, то ротаты, медли клик, то ротаты. Японский городовой. Вот же наш. Так. Ну, ладно. Как раз меньше видели. Сюда, сюда, сюда. Она начинает показывать верхний слой. Так, это сюда, это сюда. И это сюда. Не-не-не, штука. Я хочу эту штуку. Ай, что я сбиваю? А если я ее тут поставлю, что-нибудь изменится? Я хочу с этой стороны. Вот. Ага, тогда получается я не так собрал. Ой, мама родная. Так, для начала я тогда разберу акацию. Так, давайте, как полагает, тут у меня тут уже пару раз пропадали детальки, поэтому лучше я замурую подземелье. Вылезу отсюда. Вот, чтобы у меня ничего не упало. Так, теперь, поскольку у меня есть вот эта дрель, которая быстрее работает, я это смогу быстренько все демонтировать. Так, итого. Ой, отдай мои детали. Я хочу, чтобы красная штука была с этой стороны. Во. Давай. Штука. Так. Steel Shuffled. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Черт, промазал. Промазал. Так. Блин, а вы бы видели, как я там мучился первый раз, когда снимал. Да, блин, что ж ты мне не туда и ставишь, что? Так, это нельзя срывать. Так, второй слой. Это значит туточки. Это тут.
тут, тут. Да, и эту туда. Так, это темус. Ворота. Пум. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего. Шесть, семь, восемь. Так, и тут у нас вагонки. Раз. Ой, чего? Не то. Даешь 9 воронок. 9 воронок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да куда ты ставишь? 8, 9. Так, штука, пропусти меня к себе домой. Так, вроде бы с конструкцией окей, да? Осталось взять вот эту вот хренотень и куда-нибудь там тыркнуть. Ура, собралась. И правильно она мне собралась. Да, теперь дринк. Бздринк. А как тебя убрать? Так, ее просто вообще надо спрятать с глаз долой и все. Так, это у нас кэл-выкл, это у нас выход наших... Так, а где мои все камни, кстати, продевались? Ух ты, коблстон принимается такой. Раньше такого не было. Так, ага, вот он, вход электричества. Ядрен батон, но... А с другой стороны... Подождите, это точно вход? Нет, это не вход электричества. Вход электричества... Вот он наверху, слава богу. Так, вход электричества наверху, значит, так, так, так. Это, значит, надо бежать домой за электрическими... Вон, телепорт... Все они мне еще, конечно, остались. Че, я все трубы понастрою, да? Так, ладно. Тогда давайте попробуем мидли. Так, это что у нас? Айрон. И тут айрон. А на мидле надо электрум. Электрум у меня, бронза есть, электрум, электрум нам надо, раз, два, серебро, сильвер, раз, два, так, давайте электрум получим. Так, где-то я делал, так вот, терракота, а я терракоту уже до этого часа не делал. Делал уже еще 28 уже. В общем, вот эту штуку я вообще разобрал. Она у меня почему-то не работает. Она должна, по идее, ладно, повторюсь, я тогда показывал, как я видел у людей, она работает. Вот. Люди, в общем, делают следующее. Они ставят бойлер тут. Под него любой горячий слот. Это лава, вот этот вот магма-блок, огонь от незерака. Вот, сюда ставят эту вот хренотень. Ефаб ставят вот так. Эту танк с водой ставят так. И он должен работать, по идее. Вот, кладем. Но у меня пишет error, jarbox missing. И ни в какой он не хочет работать. Почему, я так и не понял. Jarbox missing, иди ты нафиг. Ну, ватер, пофиг. Вот, поэтому я не знаю, то ли баг тут какой-то, то ли я, короче, понимаете, знаете эту поговорку. Так, на чем я там остановился? Мне надо провода. Так, один. Второй. Третий. Четвертый. Так, надо палочки будет сделать.
Так, ты мне не нужна. Мне надо ящика. Два ящика. Два ящика надо. Два ящика. Старт. Старт. Окей, дерево отдаем. Отдаем все дерево сюда. Так, и мне надо, как они там называются, V-коннектор. В принципе, три железа надо. Три железа. Где мое все железо? Сталь, где нам, блин? Куда я все делал? А, я их все на ящики израсходовал, да? Инвар. Тут железо есть. Я что-то перемалывал, нет. Перемолол все так вот, чтобы... Раз, два, три. Ладно. Шиканем три железа. Ладно, подождете. Да фиг с ним, пока железо перерабатывается, идем делать следующее. У нас тут есть задача поважнее. Так, главное не лохануться, взять вот это. Так, 4 и давайте 2. Раз нитка, два нитка. Раз нитка, два нитка. Так, берем палочку, ручалочку и делаем middle connector. Окей. Железа у меня тут нету. Тут, наверное, тоже нету. Нету, нету. Блин, железом напряг, потому что я его сделал впритык, сколько мне надо. Так, 9. Так, тут расплавилось, расплавилось. Мне надо 3 железа. Точно железо. Айрон. Это что, реле? Реле мне на данный момент не надо. Так, давай, иди сюда. Надеюсь, эта хрень хотя бы работает. Так, делаем реле. Не, коннекторы. Только, блин, не надо было бы делать реле. Так, ну на всякий случай, наверное, все же реле придется, наверное, делать, я так полагаю. Так что давайте заранее уж закинем. Может не понадобится, а может понадобится. Так, кушали и идем коннектать. Значит, так. Чтобы нам это все дело приконнектить, нам надо вот сюда довести электричество. Этот тут. Ага, сейчас я не пройду туда. Это тут. И тут будет input obstructed или что-то там вроде. Бам-бам-бам-бам. Как тут добраться? Так. У меня есть какие-нибудь блоки? Желательно каменные. Так. У меня там электричество. Блин, как тут сделать? Ладно, попробуем. Не так, как полагается. Так, коннектор сюда. Может, дотянет. Так, и электричество. Один сюда. О. Чё? Этот блок тебе мешает? Да, блин, да, ради бога, я его... Или он перегорел? Еще один блок мешает, да? Ну, давай. И исправили, смотри-ка, а? Тинг. Тинг. Еще один блок мешает. Да ладно. Сколько там блоков мешать может? А этот... Блин, да сколько тебе блоков-то мешать может? Тинг. Тинг.
Не, идемте делать реле. То я так до завтра тут буду играться. Все же реле пригодится. У меня 4 провода, так что давайте реле сделаем. С ними легче. Так. Так, реле. Два таких. Два таких. 8 даже дали. Ну, фигеть. Спасибо. Вот, ставлю мидли, чтобы быстрее электричество передавалось. Оно больше энергии дает. Так. Раз у меня есть реле, значит, будем делать более красиво. Так, эту фигню можно вендюрить вот сюда. Так, сюда реле. Так, тебе ничего мешать не будет. Окей. Ага, этот obstructed блок. Это мне не нравится. Ладно. Куда там упало? Алло. Так, я мог, конечно, проводами вести, но этим дешевле чуть-чуть. Так, ладно. Иди сюда. Блин, столько возни с какой-то. Так, тогда мы сделаем это так. От сих до сих. И от сих до сих. Окей. Электричество он получает. Теперь, надеюсь, так, в этой сумочке должны быть полиш. Ага. На этот раз такая хрень не выйдет, да? Ладно. Ладно, у меня пока проводе есть. Значит, от сих сюда, от сих сюда. Но зато красиво. Так, тут у нас этот, наверное, мне пока что не нужен. Так, тут у нас типа дверь. Угу. Тут у нас так, ящики два сюда. Вот сюда мы должны что-нибудь кинуть. Так, ой, что это такое? Йод гом. Так, я дома. Тун-тун. Айрон. Так, чё я тут нажал-ка? Не надо мне, что-то там платят. За что это кана будет, посмотрите. Отвечает. Так, и кидаем сюда, ну, для начала, чтобы сильно не. Так, штука, ты забирай вот эти вот штуки, да? Чтобы не потерять руду, мы ее кинем вот так вот. А чё ты не работаешь? Чё не работаешь, алло? Должен он работать. Энергию ты имеешь. Чё, хочешь сказать, тебе надо редстоун сигнал, что ли? Да ну нафиг. Так, дайте мне камушек. Камушек дайте. Блин, столько возни с этой миссиратором. Так, зато все честно. Так, сейчас, может, ему редстоун сигнал надо подавать, а?
пошло. Ясно. Ну, вот так она и работает. Что, все уже? 14. Офигеть. На. 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 Так, она работает. Это замешательно. Так, значит, тут мы должны замуровать вообще-то. Так, тут типа красиво было бы. Так, теперь автоподачу как-то надо. Что, мне вот так вот прыгать. Так, 36. Кстати, сюда можно коров кидать, собачек. А если кинуть мусор, так, допустим, юзач. Так, гравий получится. Если кинуть палку, то она просто... Использовать можно ее лучше как мусор. 58. Так, пускай она перерабатывает. И, кстати... Ладжа. Интересно. Этот редстон сигнал работает. Нет. Так, а как ты работаешь? Хотел красиво сделать. Ну вот, она автоматически у меня шпиль мюлит. Ну, сюда повесим, я не знаю, что с ними делать. Так, это мы, наверное, положим сюда, это сюда. Так, лубрикант. Его где-то надо тут помазать. Алло. Где тебя мазать-то надо? Должен показать, где тебя надо помазать. О! Типа смазано, да? А, она ускоряет, да? Круто. Ну тогда тебя сюда, мы будем тебя смазывать. Так, здорово, она работает. Хотя, в принципе, не тяжело сбегать. Вот так, ладно, это мне еще пригодится. Так, что у нас на... Так, это я не могу сделать. Это дороговато. Эта сталеварка пока что не нужна. Raw storage. Ага. Power cell log. Power cell low. И где ты? Power cell. Крафтинг. 250. Так, что для этого надо? Silver. Copper block. Lead. Refine iron. Use crafting recipient. This block can power it. Block. Ага, мультиблок его собрать надо. Так, копера надо до хрена. Ой, что-то я сегодня замаялся с этими вот штуками. Поэтому, думаю, на сегодня, наверное, хватит. И вы устали, наверное. Не уверен, ну да ладно. Так, это убираем. Так,
дерево сюда, сюда. Эти 6 штук сюда. Потом искать буду, фиг знает где. Так, это мы убираем, 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 убираем. Так, это мне надо, это мне тоже надо. Это мне всегда надо, это мне дали. Электромигом сюда. Так, что у нас? Сильвер есть, золото, лит, лит, тин. Иридиум нет, платина нет, алюминий. Тангстен пока не надо, и перидот пока не надо. Так, ордит. Тебя можно перемалывать? Тебя можно только переплавлять. Жалко, жалко. Ну чё, пошёл, я это всё выкину. И хай она перерабатывается. Да? Что у нас получилось? Ой, не сюда. Так, так. На тебе сильвер, на тебе золото, на тебе это, на тебе это, на тебе это, на тебе это, на тебе это. Работай, штука. Энергии тебе хватает. Так, еще давай смажем, может, это дело. Так, сейчас она идет вот с такой скоростью, да? Чуть быстрее работать начинает. Прикольно, конечно. Так, ты бутерброд, булочка, идешь сюда. Куда у меня интикан? Черный. Ну, работает штука. Вот у меня сколько коптера. Как узнать, сколько тут осталось? Так, раз у меня есть железо, мне надо рода 3789 железо, рода 3789 этого, еще 5 надо. Хотя, подождите, у меня вроде аж воронку делал. Чё? Ага, понял. Шпирмил. Так, давай беги. У меня воронка где-то была. И раньше это работало. Вот же она, воронка. Так, значит, берем камушки. И берем ящик. Ящик. Два ящика надо мне, да? Сейчас я тут нахимичу. Так, два ящика я так не сделаю. Надо тут. Я надеюсь, у меня получится. Так, старт, старт. Два ящика. Я ж подготовил еще одну воронку специального для этого всего. Так, и возьмем каблы. Ну, на всякий случай. Так, теперь будем заниматься самоубийством. Так. Главное не попасться вот в эти вот жернова. Так, так. Это я раньше делал. Теперь сюда воронку. И не принимай, да? Блин, сейчас она мне ее заберет. Не скидывает. Так, главное не грохнуться. О, повезло. Как сюда подавать? Интересно. Тыш-мыш-пыш. Вот, пошел.
Неплохо. Что, серьезно? Так просто? Куда она пошла? Ну, надеюсь, оно работает. Если пойдет песочек или гравий, значит, она работает. Но я не знал, как она работает. Ну, по-моему, она начала работать. Куда оно пошло, все. Ведь его знает. Так, тут, чтобы я не умер когда-нибудь. За... Ага, так я на сюда попала. Ну ладно, Полиш, это тоже красиво будет. Так. Так, значит, говорится, тут у нас Полиш. Так, тут шлёт. Так, мы открыть не можем, потому что у нас... Нету полублоков. Так, полублоки. 6. Так, что там вытворяешь? Так, 6. Так, эту, значит, штуку надо срубить. И на будущее сделать поширше. Яры понастроили тут, понимаешь. Во. Хо. А правда-то повод током не бьют. Так. Теперь украшаем все это дело. Так, Полиш Кобблстон. Да, теперь бежим наверх. Где-то тут, а? Шлёп. Ну и, допустим, шлёп. Все нормально. Так, мне надо так, красивость навести. Так, это сюда. И здесь этот камешек брал. Так. Это что-то не то. Так, какой тут Кобблстон Тейл? Тейл. Биг Тейл. Так, сюда. О, он. Так, тут это. Да. Ломаем, чтобы пройти, как всегда. Так, Полиш. Так, тут нельзя. Все, работает, работает. Штука, я тебя даже смажу. Какие хорошие, нам даже эту дали штуку. Ну что, осталось ждать Кобблстон. Ну, знаете, посмотрим. Судя по тому, что он уходит, он работает. Вот, теперь пришел сюда, ресурсы закинул, тут забрал, и все хорошо. Так. Все нормально, вот. Система выделана, она работает. Можно было, конечно, тут конечно провести по низу, тут вот этот вот провод, так, но это же, блин, это сколько чего надо делать, а тут чпок-чпок, готово.
эти чуть-чуть поудобнее, не длиннее ему. Энергии хватает, это вырабатывает. Так, что мы можем выложить? Так вот. Ну что, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии. Наконец-то я сделал вот эту вот хорошую вещь. Че, зато мне крутить руками не надо. Всем спасибо, всем пока. Хорошего лета.